Йоп-йоп, всем привет и добро пожаловать на первый онлайн-урок по хип-хопу в центре танца Mainstream. Меня зовут Кряк, и я преподаю хип-хоп в центре танца Mainstream. На первом онлайн-уроке мы с вами выучим то, что является главным в этом стиле. Это кач. Кач является самым основным движением в хип-хопе. С его помощью вы держите ритм в музыке, и неважно, какие степы вы делаете, кач должен присутствовать везде. Что такое кач? Начнем с самого простого. Кач – это просто ритмическое движение в такт музыки. Да? Оно может быть абсолютно свободным, делаться в любую сторону. Да? Главное – постоянно сгибать колени и направлять корпус, к примеру, влево или вправо. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Да? Окей. Влево, вправо, влево, вправо. Влево. Мои колени постоянно сгибаются, да? Когда я поднимаюсь, опустился, и корпус смещается в сторону, да? Все очень легко. Пум-та, пум-та, пум-та. То же самое. Теперь мы чуть-чуть усложним это же движение. Добавим ноги. Все то же самое, мы отбиваем помимо этого еще ногами ритм. Пум-ха, 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 пум-ха. Пум-ха, пум-ха, бок. Та-та. Все точно так же я поднимаю ногу и ставлю ее одновременно с тем, как мое тело опускается вниз. Пум, проваливаясь как будто в яму. Так. Пум-ха, пум-ха. При этом руки двигаются абсолютно спокойно. Они не болтаются, да, но мы двигаемся естественно, как при ходьбе. Когда я иду, я двигаю руками относительно моих ног. То же самое, когда я качаю вправо или влево шаг. Пум-ха, 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 пум-ха. Можно попробовать добавить, к примеру, наверх. Или просто какие-то позиции. Не думайте, что кач – это слишком просто. Это одновременно и просто, и сложно. Когда вы используете какие-то сложные шаги, очень непросто при этом качать, поэтому кач – это движение, которое постоянно присутствует на всех этапах вашего роста в танце, как начинающий танцор, так и продолжающий, и профессионал. Постоянно возвращаясь к качу, вы снова и снова смотрите на него иначе. Слушайте музыку, качайте под нее, пробуйте что-то новое, экспериментируйте и ждем вас на наших занятиях в центре танца Mainstream. Hit me! Еп-еп, всем привет, это Витя Кряк и добро пожаловать на второй онлайн-урок по хип-хопу в центре танца Mainstream. Сегодня мы выучим с вами несколько базовых степов.